Процес корманарыхтовки в Украине под пильной увагой Комитета Держконтролю и прокуратуры. Специалисты звертают увагу на температурный режим, узровень вельготности, умовы заховывания травяных кормов. Тем, кто недобро сумленно выконывая свою працу, доводится отказывать по законе. Недохопы у господарках оперативно вырашаются. Под контролем ревизоров каждая деталь. Усё для захования харчовой безопасности краины. Порушение технологии консервации. У вынику больше як 80% сенажу низкой якости. За это не только. Уже былый директор господарки Новозеньковский отказывая по законе. Покуль новый керовник выправляя его помылки, ситуация на предприемстве на контроле специалистов. Для кормления он пригоден, сенаж. Ну, действительно, то есть отдача от такого кормления гораздо ниже, чем от сенажа первого, второго класса. Будет повторно проведен анализ, то есть и определено, насколько он пригоден для скармливания. С нарыхтовкой сена так само проблемы. Траву не досушили, скрутили утюки. Спотребится такое сено только на подстил буронкам. 37 тонн испорчено, и уже с этим ничего не сделаешь. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о привлечении руководителя хозяйства к материальной ответственности. А это Рогачевский район, господарка Кистени. После визита Держконтролю технологию нарыхтовки сенажу тут выполняют справно. Здесь на данный момент пленка склеена полностью на весь масштаб ямы. И сверху накрыта для прижатия, ну, для сохранения той пленки соломой. А еще совсем недавно за порушение технологии пропало 3 тонны кормов. Траншею накрыли дренно, сенаж отсырел. Благодаря своевременному установлению данной проблемы и со стороны комитета госконтроля и оперативному устранению со стороны сельхозпредприятия причин удалось предупредить дальнейшую порчу сенажа. Причиненный ущерб предъявлен виновным должностным лицам для возмещения. Главное выправить недохопы своечасово. Что год тут нарушают поголовье живелы. Страшивать кормы нияк нельга. Усяго у господарцы 1300 буронок. Забеспечить их якостным кормом – задача номер один. Уже нарыхтовано 2500 тонн сенажу. А это 400% до узровню минулого года. Ольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке АТН.